Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Юджин Плей, а мы продолжаем обследовать миры и области в игре Blast Brigade. Уже 90% исследовано и 16 практически с половиной часов потрачено на игру. Давайте продолжим это исследование, часть вторая. Я в предыдущей части так много сказал раз слово «перемещаемся», что вы знаете. Так, а хотели мы продолжить куда? Забежать вот в эту и в эту. Угу, погнали. И вот секунда, и мы уже здесь. А что нам надо? Нам надо, скорее всего... Блин. Что-то потянуть здесь. Или мы уже потянули? Не помню. Сейчас посмотрим. Блядь. Я не помню, где она. А, собственно, как я помню? Я ее не знаю, где она. Сейчас потихоньку-потихоньку опустимся, посмотрим. Не помню, ребят, где она здесь спрятана, где я ее вообще видел. Может, она где-то в конце там. Я знаю, что потихоньку обследование идет. Ага. Благо, у нас есть неубиваемая птица. А чё такое? Ну-ка. Не-не-не, пониже. Пониже, блядь. Один хуй. Так, а если мы... Значит, где-то заход снизу еще. И здесь выйдем. О! И правда. Вот мы нашли третий фрагмент. Ячейки энергии. Это у нас уже... Последняя, кстати, уже. Осталась еще одна часть и все. Так, здесь больше ничего нет. Сейчас добежим. Вот-вот сюда. И вот мы уже здесь. А здесь что у нас ждет? Давайте посмотрим. Ага. О! Дополнительное оружие это. Это я в тот раз мучился, кто смотрел. Вот всю эту серию с перепрыгиванием. Вот я мучился там, блядь. Не, сейчас это, конечно, все так это намного легче. Намного полегче. Потому что, ну, и меньше и прыгания. Я не знаю, зачем я сюда иду. Может, мне достаточно здесь запрыгнуть? А, нельзя. Смотрите как. Ладно. Эх, не в ту сторону, надо в эту. Да что за... Ну здесь же можно скатиться? Можно. Где она там у нас? А давайте еще раз попробуем. Вот. Вези нас, вагонеточка. Ого. Ну, собственно, можно и так. Когда есть чем? Ну, естественно, надо меня, блять, побить, ну ладно. Как мы без этого-то? Ебаный попрыгунчик. Вот так. Вообще без потерь. Ну это все-таки уже
профессиональный уровень. И вот мы нашли еще один алый фрагмент боевого ядра. Что он нам дает? А дает он нам, ребята, дополнительные, вот он, еще 3 штуки таких. На основной остался один. Мне аж очень интересно, что да будет. И вот уже 100% мы, ребята, зачистили еще одну локацию — ледяные пещеры. В деревню выкупать мы не пойдем. А побежим мы. Наверное, знаете, куда мы переместимся? Переместимся мы вот сюда. Это в этот, в мех-центр. Вулканический мех-центр. А потом от него уже посмотрим, что да как. Угу. Погнали. Всего лишь секунда, и мы уже здесь. Так, что мы здесь закончили? Давайте найдем. Так, подождите. А, тут еще одна локация, кстати. Вот она. Поэтому без... Ой! Без перелета. Да, блядь, ну что ты? Без перелета, так и... Ага, вниз. Так, в эту сторону нету. Давайте слетаем в правую теперь. А в правую есть... Ну что такое? О! Отлично! Третий цветочек, который нам и нужен. И, собственно, все. Здесь больше ничего нету. Значит, мы просто... Давайте пешочком переби... Чуть не прибило нахуй. Что вы делаете? О, а мы как раз купили сюда ключ-карту. Помните, я говорю? Вот, зайти. А без нее бы мы никак. Все-таки хорошо, что мы в предыдущей части зашли. Так. Ну давайте пока переключимся на него. А туда как я закину? Не представляю. Ну-ка, давайте-ка. Ага. Так. Красава. Ой! Ох как! А вот это обидненько. Вот это обидно. Ну что такое? Вот. Да блять, куда ты кидаешь-то? Повернись. Вот, молодец. А, это мы просто перейдем. А нам зачем пока сюда? Ну давайте сразу и заберем. Экстремальный пряморук увеличивает урон от всего оружия на 20%. Вот мы и зачистили, собственно. Так что, если кто не знает, вот, пожалуйста. Быстрый способ зачистки сразу нескольких. Ну-ка. Блять, а назад-то мы вернемся, нет? А назад мы уже отсюда не вернемся. Поэтому для вас секунда, для меня пробежка. Вот мы опять, ребята, на этой локации. Давайте искать что. Босс? Странно. Такое ощущение, что босс должен быть. А его нет. Так, что происходит? Подождите, что происходит? Ага. Так. Я... А, он может, кстати, отпрыгнуть. Это хорошо. Да.
Раз пульнули. Не, ну это такое-то. Не сильно сложно. Угу. И как они срабатывают? Ах ты, блядь. Блядь. Ой, хуй, хуй его знает, ребята, как так получилось, но... Но получилось. И что я сделал? Что-то я открыл. Что открыл, пока сам не знаю. Но... Как мы, блядь, вернемся вот отсюда? Где логика-то? А, во. Там, видать, еще сейчас в правую сторону пойдем. Давай, где наш галаха? Вот. А, вот дверь вроде бы открылась. Мы пошли вниз. Давайте теперь сходим. Нет, это скорее всего там еще один какой-то путь. Да? Да, мы же упали вниз. А тут не все так просто. Рывочек, молодец. Вот молодец, молодец, молодец. Ты, блядь, тупорылая. Конечно, я ее управляю, но все же. Надо же было себя как-то по-другому повести. Вот. Так. На точке сохранились, фляжечку глотнули. Много. Да куда ты, блядь, летишь-то так? Вот. Так. Открыли, молодцы. Переместились и должен... И ничего не открылось. Мы же нажали? Или не нажал я? Не нажал. Что, еще какой-то есть? А вот еще один какой-то. Это как? Давайте сюда сходим. Может, я там что-то не увидел? Да нет. Все, я правильно увидел. Вот еще. Вот. Отлично. Нет, это не все. Сейчас, наверное, фрагмент еще дали, выплюнули. Вот мы зачем, скорее всего, открывали эти рычаги. Алый фрагмент, это на дополнительное оружие. Вот, уже три штучки, две надо осталось. Так, здесь мы все выполнили, ребят. Куда переметаемся мы? Мы переместимся. Переместимся. Так. Так. Куда? Не знаю, вообще все надо проходить. Но давайте все-таки начнем с сточных вод. Наверное, мы... А, помните, там же что-то прыгать надо было. Вот в этой локации. Так, подождите, а тут 100%? Все 100. Да, давайте переместяемся в сточные воды. Вот в эту локацию. В соседнюю, точнее, тут же вот вопросик. Вот, в соседней сейчас окажемся. Все. Так, ребят, вот добрались мы уже до вот этой точки. Тут еще одна дверь. А мы как раз же третий ключ покупали. Давайте ее сюда и откроем. И посмотрим, что да как. Вот мы на этой новой локации. Давайте взглянем. Ой-ой-ой-ой-ой.
Что тут да как? Так, сундучок, это уже хорошо. Мы, конечно, тут с помощью лапы. Лапа нам дает такое преимущество, так сказать. Просто, ну, перелететь эти. Так, значит, что-то еще должно быть. Да, что-то еще. А что же интересно? Ах ты, блядь. Еще одна. Угу. Еще один сундук. Но это еще не все. Так сказать, не конец. Но давайте сперва, знаете куда? Все пройдем снизу. Ага. Внизу больше ничего нету. Ну, это и хорошо, собственно. Так. Теперь нам что делать? Эх ты! Подождите, а мы посюда... Мы не можем. Так, все понятно. Все понял, понял, простите. Извините. Сделаем по стариночке. Угу. Вот. Фрагмент еще одного дополнительного ядра для оружия. Доп. Оружия. Стой, 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 это же обман в чистом виде. А если мы пойдем по верху, мы выйдем спокойно? Блять, ну что же мне на этот лазер так? А, и вот мы как раз вышли на этот лифт. Ну вот. Все-таки, ребята, если пойдете, покупайте эти ключ-карты. То есть сразу в деревне. Ну а мы постепенно идем. То есть мы отсюда никуда не будем сейчас перелетать. О, кажись, там что-то наверху есть. Или нету, или мне показалось. Наверное, показалось. А, вот. Стоп. Статистическое напряжение. Шанс выпадения зарядов энергии повышается в 2 раза. Кыш. И что, мы можем отсюда переместиться? Да ну не может быть. Ну-ка. И правда, ребят. Мы можем пролететь полностью все. Вот. И оказаться вот здесь. Прикольно. Прикольно, что... Но это пока нам не надо локацию. Хотя пройти можно. Но нет. Давайте сточные... Вот эти сточные... Сточные стоки. Токсичные стоки. Вот до конца добьем, потому что, ну... Уже так-то самому интересно. И мы как раз еще когда... Пойдем назад. Назад. О. Мы же отдадим еще. Ребята, вот эти все шлема, которые мы нашли. Вот, все. Отдадим. Зайдем вот в побочке. Побочку вот принести. Второй шлем. А мы их уже нашли. То есть вот второй, третий, четвертый. То есть мы все их нашли. Ну все. Просто спрыгиваем вниз. И следующую локацию исследуем. Что тут у нас? Ну, тут, наверное, опять что-то спрятано. Что-то спрятано. Или пролететь, или что? Так. Так, какая-то дверь. О, сундучок. Хм? Видать, она не это. Не одна такая, значит, еще ищем. Ударился в него. Так, а здесь я сундук уже вскрыл. Уже вскрыл, а где он может быть? Вот сейчас его бегай, ищи, свищи. Может быть, бумажку прочитать? Как бы тут всякое возможно.
Нет, не бумажка. Видать, где-то что-то запрятали. А вон он. Вон он. Вот он. Как я его здесь сразу не заметил, когда бегал, не знаю. Но в итоге... Вот в эту локацию. Бежим. И мы уже на месте. Так, ищем. ищем. У меня одно всего сердце. Я думаю... Нет, скорее всего, она где-то в углу. Тихо. Не знаете, как от него избавимся? Надо же использовать вот эти все блага, что мы с вами покупали. Так, зарядить надо. Пошла. Где там второй? А второй пропал уже. Вон она, зарядить надо было. Угу. И это уже шеврон Крида. Насколько мне известно, надо еще один. Шеврона у нас же нет, не для этого. Да, шеврон, вот еще надо один. То есть нам везде... А, вот этой только. Для вортекса надо три штучки еще. А так, всем уже по одному. Ну а мы... Мы... Вот сюда спрыгиваем. Вот мы уже на месте. Так сказать. А что мы здесь пропустили? Вот какая-то комната уже отсюда вижу. А, мы же здесь босса побеждали. Ну да. А ни лапы, ни второго прыжка у нас не было. Вот, сердечко. Третий фрагмент сердца. А сердец-то сколько еще надо? А, этот вот один фрагмент будет 11 и еще 4. То есть 5 фрагментов осталось. Но это еще не все здесь. Вы посмотрите. Оказывается... И что? Еще раз скин? В смысле, просто деньги? Или что-то выпадет? Интересно. Не знаю, ребят, смотрите. Все, деньги перестали, да, падать? Нет, еще падает. Вот, шеврон выпал, во! Смотрите как. Поэтому, если что, дергайте. Последний шеврон для... костюма. Откройте костюм Шуры. И теперь надо бежать к костюму, да? Откройте костюм. Вот он, костюм. Блять, это потом каждому так бегать. Ну ничего страшного. Пробежимся. А пока... Вот сюда. Пойдем пока в эти. Не будем терять времени. Я вернусь. Обязательно вернусь. Так. Вот здесь что-то мне стена не нравится. Это-то большие, вот, собственно, все. Это большие стены. Почему там-то такой нету? Подожди-ка, а если он вот там? Вот тут? Под лазером, блядь. Скорее всего, ребят. Точно. Фу, наконец-то нашел. Блядь, я очень рад. Если что, вот он здесь. Я бы даже, вы честно, бы не подумал про такое. Это какой-то кобздец. Ну, перемещаемся вот сюда. Фух, и вот мы на месте. Что же нас здесь ждет? У меня одно сердечко. Давайте посмотрим. Будем пока вот так долбить, потому что не хочу я заново-то начинать. А, ну-ка,
И оно там прячется, да? Ну что ты как, блядь? Не под... Это что? Это шеврон ионный. Рунный камень. Древний камень с резьбой, быть может, магический ключ. Все что ли? Все, да? 100%? Все. Токсичные стоки 100%. Теперь, ребят, мы пойдем сдадим побочку. Охотник за головами. И вот мы уже в логове психвостня. Так, отдаем ему. На. Я принес еще один шлем. О, как любезно с твоей стороны. Присоединяйся к нам. Но правда... И мы помним твоему TSP. Так. А, о награде. Давай, давай, давай. Что он дал нам? Ключ от хранилища легиона. Один раз. О, видать, еще где-то, ребята, ключ этот. Принесите третий шлем. О, блядь, на тебе третий шлем. Вот еще один шлем. Угу. Так. Да-да-да-да-да-да-да. Пропускаем. О! Выдал этот маячок бласта. Теперь костюм надо открыть. Костюм Джеффа. А костюм Джеффа у нас находится вот он здесь. Откройте костюм. Причем, видите, как нельзя купить, ребята. То есть их надо обязательно бежать к ним. Ну, благо, что они здесь рядом. Так, и у нас же еще последний тебе шлем есть. На, держи, дурачок прихвостень. И вот тебе последний шлем. Ух ты же! Да не переживай, все ровно. Мне интересно, что он сейчас даст. Ничего не забыл? А, точно, награда. Угу. Что это дал? Эффект бласт. Начиняет гранаты шрапнелью, которая наносит дополнительный урон при взрыве. Вот. Собственно, задание у нас, ребята, выполнено. Токсичные стоки у нас также зачищены на 100%. Что мы теперь делаем? Ребят, мы теперь давайте заберем костюм Шуры и заберем костюм Бласта. И забежим в деревню, может быть, что-нибудь там купим. А теперь вот сюда. Так, забираем ее костюм. У вас есть 7? Конечно. Костюм получен. Герой идет домой. Шура давно ждет того дня, когда она бросит профессию шпионки и промарширует по улицам Родины. Задание выполнено. О, она теперь в новом костюме. Прикольненький, кстати. Задание выполнено. Так, перелетаем мы к костюму Джеффа Джефферсона. Так, давайте посмотрим. Джефф блеснул бриллионом своей души перед массой дам, но остался верен стилю и капелла. А, стилю акапелла. Ну-ка, давайте посмотрим, что ему дадут. Стильный игрок. Джефферсон блеснул. Угу. Ну, прикольно так. Прикольно. Возвращаемся мы, ребята, в деревню. И выкупаем там еще что... Все, что найдем. Так. И вот мы уже, ребята, в деревне. Так. Что нам надо сделать здесь? Пойдемте сперва в магазин. Мы же теперь можем выстроить, да, можем. Это нам даст вторую батарейку. Кстати, мы можем купить уже этот, чтобы лечила фляга по 3. Ой, третью флягу же нам дадут. Да, можно использовать трижды. Вот, 3 фляги у нас. Вот, 3 фляги. А 85% так и стоит. Интересно. Батарейка необходима для активации. Ставьте специально, доступно. Ну давай. А, мы же вот эти кристаллы собираем. Собираем с вами. Батарейка КПП. КПК. Вот, мы же их собрали. Давайте их все вставим. Сколько там найдем. Сколько нашли, столько и вставим пока. Нет, 85% пока. Посмотрим. Ну, это, наверное, нам надо и все батарейки вот эти, ребят. Вот эти все батарейки денег. Вот, 3 у нас уже. То есть, 1, 2, 3. Еще надо 3 штуки. Я не помню, мы все нашли или нет кристаллы. Так, еще одна батарейка. Еще есть у нас? Еще.
И осталась одна. Сейчас посмотрим. Я уже не помню, все ли мы нашли. Нет. Все-таки один кристалл мы не нашли. Это плохо. Гамаке, все понял. Ну, понял, понял. Сейчас. Забыл совсем. Так. Что у тебя, батя, есть? Давайте выкупаем, потому что... Ну... Ну, их в любом случае выкупать. Нет предметов больше, все. А здесь нельзя никуда наверх. Нет, поговорить он больше ничего не это. Все. С меня достаточно. Он сказал достаточно. Ну достаточно так достаточно. А тут осталось за 1000. Давайте также выкупим, потому что ну что нам? Да. То есть тоже больше предметов нет. Все. Мы и тут все выкупили. Но мы до сих пор почему-то 85 только процентов. Я не пойму, из-за чего это так связано. Или из-за костюма? Может быть, с кем-то поговорить? Да, нет. Нет, это совсем не то. Чё ты хотел? Эти мы все пропустим, ребята. Мне вот все-таки так непонятно осталось. Ну вот остался один костюм. То есть, по сути, может быть, это правда и костюм ионный. Вортекса. То есть, два как найдем. А тут нет нигде. Что, мало ли, всякое тут может быть в этой игре. Ну-ка, давайте пролетим. Заныкает где-нибудь, а я, блядь, потом бегаю, ищи. Нет. Не, ну тут вот вообще четко попал. Где у нас там гамак? Так. Восстановились. Давайте вставим батарейки. Что тут у нас? Здесь у нас корешок. Здесь удвоенная вероятность получения патронов, когда... Когда поблизости нет врагов. Когда враги близко, вот больше урона. Так, хорошо. Угу. Лечебная фляга восполняет дополнительную ячейку. Но используется это дольше. Нет, не надо фляга. Используется быстрее. Увеличивается скорострельность. Вот. Вот, оставляет больше золота. Вдруг нам что-то придется еще, наверное, купить. Давайте пока его возьмем. Тут что, вдвое увеличивается неуязвимость. При потере здоровья вы получаете один заряд энергии. Нет. Емкость магазина. Вот, емкость магазина нам нужна. Так, что... Кстати, нам еще 3 штуки надо найти вот этих. Одну эту. Вот раз, два, три, четыре. Здесь у нас что? При смене оружия ненадолго... Урон ненадолго увеличивается. Нет. Корень исчезает. Нет. Кибершмяк какой-то. Ну давайте вот здоровье, потому что я что-то это... Вортекс восстанавливает здоровье. Вот, оно восстанавливается. Давайте пока вот так вот сделаем. У нас еще одна карточка, куда-то ее вставить. И 4, видите, шпионских чемодана. То есть, где это? Я пока, блядь, представить не могу, где. Может быть, с ними поговорить? Я же с ними не разговаривал. Ну давайте со всеми уж. Или потом что-то, ребята. У меня такое ощущение, может быть, что-то потом откроется. Ну вот, карта 87%. Ой, 85%. Пока.
больше мы здесь не можем ничего ни построить, ни открыть. Зачем нам тогда ящики, встает вопрос. Шпионские чемоданчики, я имею в виду. Пока не знаю. Останется для нас на данный момент загадкой. А сейчас мы переместимся, знаете куда? Мы перемещаемся. Перемещаемся мы вот в эту локацию. Надо сдать птиц, потому что эта часть первая, возможно, будет еще несколько. Вот, поэтому вот здесь вот сдаем миссию, бежим к рации Жака. Ребят, итак, ребят, смотрите, я когда бежал вот в эту локацию, не туда, точнее, зашел и вот увидел вопросик. Тут как раз нужна ключ-карта, а у нас она последняя. Вот. Больше нам ее никто не давал. И встает вопрос, что же здесь такое? Так, ну это нам... Ой, улетели. Но мы это люди такие, мы люди с птицей. Вот. Так. Интересно, не. Идите, кто... Нет, стоп! Блять! Спасибо, конечно, за ваши все вот эти... Но... Что делать надо? Вот, сердечко восстановилось, кстати. А, мы отключили. Так, стоп. Блять! Ну вот сюда ты, вот сюда, молодец. Так. Чё, опять надо? Вот. Во как. Головолом! Ебать! Обязательно надо, да? Так, стоп. Ну, сюда, молодец. Так, подожди. А, надо, скорее всего, вот в это вести. Так, подожди, а нам вообще куда надо привести? Блядь. Конечная точка-то у нас где? Конечная точка, скорее всего, будет вот эта. Вот та. Я раньше эту не использовал. Восстановление здоровья. Так. Молодец. Сюда заехали, отключили. Получается, что мы уже вверх можем ехать, нет? Так, давайте. Чик-чик. А если я еще раз подключу? А, ничего. Чик-чик. Блять. Чик-чик, вот то мы. Ага. Так. Не-не, вниз надо. Вот мы же вот сюда еще не заезжали. Почему такое? Что такое случилось? Вниз, что ли? А, подождите, мы же, блядь. Что мы сделали? Мы опять провели. А мы сразу сейчас вот сюда же сможем. Да. И проведем его. Я запутался с этими чуть-чуть.
поедем вниз. Вот. А верхний там нам надо же этот. Да. Верхний подключает вот этот. И чё? Верхний отключает вот этот вот. Блять, а какой отключает тот? Нет. Нет. Чё, он один остался, чтобы опять повторить все? Бать какой-то. Он опять сейчас повторится все, да? Вот, а как его теперь провести так, чтобы он... Нет, надо вокруг его вести. Да, блядь, сюда заверни ты. Так, его, получается, мы ведем. Мы же шли по низу его в тот раз. Нет, а нам надо... Давайте-ка его вернем сюда. Вот. Вот. Фу. Стой. Да, ну что ты делаешь? Ты, блядь, что, издеваешься, что ли? Все. Фух. Много времени потратил. Алый фрагмент боевого ядра. Отлично просто. Вот, мы можем... Соберите 5... А, в безупречном сборщике. Это мы, наверное, еще оружие... Вот, наверное, это же еще оружие будет. Так. Здесь мы зачистили. Здесь еще вопросик, поэтому... Бежим вот в эту локацию. И вот мы, ребята, уже в новой локации. Оказывается, отсюда можно, видите, перейти. Вот. Теперь смотрим, что здесь... Так, ну нам эти... Ага. Понятно. Понятно все. Нам эти не нужны. Собственно-то. Все прыгалки. Камеру мы отключили. Это очень удобно. Угу. Так, сердечко. Сердечко мы сейчас заберем. О! Забираем и получаем 11 сердце. 11 сердец, осталось 4 части найти. Вот, здесь, кстати, все. Так, ради интереса, знаете, пробежать локацию, что здесь есть. А здесь никого, вон, практически никого нет. А нам и они не нужны. Так, а мы бежим на рацию. Ну вот мы уже в этой локации, ребят. Только нам надо... Нам надо здесь... О, сердечко восстановили. Нам надо что? Нам надо понять, где же мы пропустили. Мы же что-то здесь пропустили.
говно ебаное. Сейчас будем потихоньку вот так вот облетать. Ой-ой-ой-ой-ой. И падать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, сейчас посмотрим. Я потому что давно здесь уже не ходил. И уже могу подзабыть. Что-то здесь еще есть. Опс. Что-то я не понял. Там есть или нет? Да, там, наверное, что-то выше-то есть. Мы сейчас посмотрим. Мы сейчас посмотрим, да найдем. А может он что-то даст? Финита ля пернатый французик. Я снова так. Ну давай это болтовню пропустим. Ла запись секрет. Не, так а шпионский мы что-то строить будем? Мы выполнили, да? Выполнили, да. Больше он... А что-то он тут дал. А, добыть... Вот, совместная операция часть 2. Добыть секретную формулу. Блять, опять идти. Ну да ладно, но мы сюда, собственно, вернулись-то ради чего? Ребята, чтобы посмотреть... Что мы здесь? Не понимаю. А где мы здесь? Садись, садись. Ну вот, мы и добежали до новой локации. Ну, для нас-то она не новая. И как раз мы спустились сверху. Собственно, ну-ка возьмем рунный камень. И все. Вот такой вот, ребята. Такой быстрый, быстрая зачистка. И давайте сразу переместимся. О! А я не открыл. Да. А здесь у нас не открыто. Это плохо. Ну что ж тогда? Что ж тогда делается? Тогда я перебегу вокруг. Все, увидимся уже вот здесь. Ну вот и добрались мы на другую сторону. Перебежали, так сказать. И тут у нас... Тут у нас что за миссия? Это отключить последнего каменного стража. Вот. Давайте его отключим. Ну и, конечно же, не забываем, потому что... где. А, вот, какой-то там чемоданчик. А мы почему сюда не пришли? А, потому что у нас этой этого персонажа вроде еще не было. Если я не ошибаюсь. Так, внизу нема ничего? Нет. Внизу нельзя. Давайте на всякий случай еще сейчас перейдем. Буквально тут потратим 5 секунд. Ну, откроем эту дверь. Мало ли, вдруг понадобится там выполнить опять для этого. Там, для человека, который там просит у нас эти... на радиостанции. О! Рунный камень. Вот. Мы... Надо купить... Купить костюм Вортекса. Да. Откройте новый костюм. Это мы откроем, только чуть-чуть попозже. Это остался найти нам вот этот. Один.
для Галахарда. Ну давайте. Давайте, давайте поищем, потому что что уж. Так, чё, спим? Ну давай, просыпайся, блядь. Камень не страшно. Попал в меня. А сейчас все-таки полегче стало. Вот эти все, знаете, батарейки включил. И да, действительно полегче стало. Надо ей убирать. Так же надо. Эх. Ничего страшного. Всё. Для нас это уже достаточно легко. Так. Предпоследняя просьба. Вернуться к Преусу. А к Преусу это где он у нас сидит, Преус-то? Не помню, где мы взяли-то. А, вот она. Точно. Нет, это нам тайную информацию надо украсть. А, Приос голова же была. Точно, точно, точно. Но это мы туда вернемся. Мы пойдем зачищать. Как только все сделаем. Так, а как это я так? А, ворота открылись. Все понял. Все понял, понял, понял. Все? Все! Но мне ради интереса я хочу подняться, посмотреть, что же тут. Ведь все-таки люди, так сказать, чертили. Здесь больше ничего нет. Ничего нет. Поэтому переходим на священные испытания. Тут у нас 4 штучки. Здесь там мы все же помним, что надо подниматься. А здесь я честно не знаю, что будем делать. Будем сейчас думать. Перемещаемся вот сюда. Вот мы на месте. Ищем, 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 ищем. А-а-а! Я, кажется, вспомнил. Вспомнил, вспомнил. Это мы же здесь вот наверху. Да идите вы! Точно, точно, вот она. Все? Или нет? Да, все. Так, следующее у нас... Ну-ка, давайте проверим. 97. Но это, скорее всего, задание, ребята. Задание, которое надо выполнить. Вот 3% это вот это. Часть вторая вот операция. Секретная формула. Вот. Но это мы потом слетаем. Сперва же. Сперва. Мы побежали вот сюда. Все. Ну что, ребят, на месте мы. Куда нам тут надо? Так, там какая-то комната. Тут какая-то комната. Тихо, 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 не буксуй. Подождите. А пол здесь нельзя нигде сломать? Нет, пол вроде бы везде целый. Угу. У нас один тут выход. Мы в любом случае не уйдем отсюда, пока не на... Так, здесь мы уже нашли. Видать, нашли. Или кто-то за нас сюда зашел. Зашел, заходил. Вот, ну-ка.
Еще раз. Только уже поближе сюда. Вот она. Я же говорю, что какая-то комната вот эта, как дверь. Но мы бы тоже сюда без лапки бы никак не зашли. Шпионский нашли. Молодцы. Теперь побежим. Мы побежали вот сюда. У нас там испытания. Ну все. Выдвигаемся. На месте. Мы на месте. Теперь нам надо выполнить же тут испытания. Эх ты. Сейчас подождем. Так, что? Блять, не успеем, что ли? Ты посмотри, что творится. Да как так-то, а? На все уже не успели. Так, сейчас дубль 2. Не-не-не-не-не-не. Дубль 2. Фляжку. Угу. Фу. Вот так, так. Неплохо, неплохо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, так, так. Фу. Вот он как раз, желтый кристалл, ребята, который нам был нужен. Все, мы молодцы. Угу. Тут что, голова? Зачем он это делает? Trouble on you, boulder-headed bastard! Mm-hmm. I'll just give it. Yes, и он, видать, пробил этот. Скорее всего, ребят. И он, видать, пробил этот. Ну-ка, давайте проверим. Вот мы снова здесь, ребят. Что нам здесь делать? Вот, точно. Видите, как мы скинули этот, ну, скинули вот сейчас в предыдущей локации камушек, статую. И вот здесь открылся проход. Вот она как, все здесь взаимосвязано. Пожалуйста, лазурный фрагмент боевого ядра. И вот мы... И все, собственно, мы зачистили эту полностью всю локацию. Могу я вас с этим поздравить. Вот. Сейчас давайте выйдем. Угу. Собственно, вот мы и открыли. Так. Следующее, что нам надо сделать? Нам, ребята, что я хочу? Я хочу слетать вот сюда, забрать секретную формулу и слетать потом в деревню посмотреть. И, наверное, на этом закончится вторая часть. А третья будет, скорее всего, коротенькая. Коротенькая, потому что это и так уже, наверное, на час, на полтора выйдет. Посмотрим там, может, вырежу. А последняя будет, вот как раз я все оббегу. Вот так. Сдадим миссию и уже все, ребята. Так, ну а пока, пока мы перемещаемся вот сюда. Погнали. Так, ребят, что-то я решу пока туда не идти, в побочку, а зайти заглянуть все-таки. Меня интересует вот этот вот пляж. То есть костюм. Выкупить костюм. Да. Ну как она теперь выглядит? Истинный защитник. Этот доспех украшали полноправные носители титула Священный Страж. И Вортекс может носить его с гордостью. Задание выполнено.
Отлично. Почему-то здесь опять 85. Меня это так, знаете, как-то не очень нравится. Да, батарейку последнюю мы выкупаем. Все, больше батареек нету. Что ты скажешь? Ну понятно. Найдите древнее сокровище аборигенов. Вернуть сокровище. Вот, сука, он нам что-то дал. Вернуть сокровище. А куда идти-то? Подождите, а мы же что-то там находили? Какое-то священное вот. Я же нашел уже, на. Ты нашел св... Дудка, на. Фрагмент сердца отдал. 92. Ребят, что-то я не знаю, где этот. Где он оружие это? Где мне, как его использовать? Ну вот мы что-то должны построить. Ну зачем-то вот он же нужен. 7 штук. Ребят, ну согласитесь. Мы еще не нашли. Увеличивает урон от всего оружия на 20. Три штучки мы еще не нашли. Так, ну ладно, костюм мы собрали. Так. Ладно, ребят, наверное, будем на этом заканчивать. Что-то я побегал, посмотрел, не знаю я, где здесь еще собрать вот этого... безупречного сборщики, или я что-то упустил, или что-то еще, не знаю, ребята, это надо посмотреть потом. Побежим мы, заберем вот эти задания, то есть секретную формулу заберем, это будет в третьей части уже, последняя она будет, финальная. И тут вот поговорим с этим. То есть поговорим с роботом и, наверное, уже и все. Собственно, тут видите, 3% это выполнить задание. Он нам что-то даст и все. Все, следующая серия будет коротенькая, и она, наверное, будет... Ну и мы также победим с новым оружием Крида. Ну это так, там на ускоренной программе. Ну все, ребят, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Поставьте лайк, дизлайк, напишите комментарий. Подпишитесь, если вам не трудно. До новых встреч, друзья. Пока-пока. А мы уже прошли, ребята. Да, выйти. Мы уже, ребята, прошли 97% и 18 часов в игре. То есть я, скорее всего, поверю, что надо 20 часов на полное прохождение. Все. Пока-пока.